Яблоня, черешня и слива. Девушки-волонтеры выбрали первые плодовые деревья для посадки на территории этнокультурного комплекса «Эмай». Студенты Саяногорского политехнического техникума на летних каникулах помогают озеленять родной город. Парни тоже при деле. Готовят лунки, высаживают саженцы, которые купили на деньги гранта проекта «Зеленая волна» компании «Русал». Высаживаем фруктовые деревья сегодня. Завтра, послезавтра будем уже хвойные высаживать. Огромная благодарность, что вот «Русал» все-таки проводит вот такие проекты, что поддерживает. Появятся здесь и сизые ели, туя, манжурский орех, черемуха, вишня, абрикос и многолетние цветы. Этнокультурный комплекс – одно из шести городских мест, где этим летом проводят посадки на гранты компании. На территории детского дома «Ласточка» волонтеры «Русала» вместе с детьми недавно посадили ель и теперь ухаживают за ней. Осенью сезон посадок завершит аллея здоровья возле городской больницы.